Всем привет, это канал Масалим. Взяли в работу Ниву на установку акустики и изоляции двух дверей. Вот, как видите, первый слой заканчиваем клеить вибропластом. Предварительно все обезжирим. Клеем сейчас проклеим, все прокатаем. Правая дверь уже готова. Закончим и приступим клеить второй слой вибропласта. Пока клеют шумоизоляцию, выпили вот такие вот проставочные кольца. Так вот все будет выглядеть. Вот. Кроссоверы сейчас внедрим еще пищалочку в обшивку. И будем инсталлировать колонки. Продолжаем работу. Закончили клеить второй слой. Как видите, проклеили сплошным слоем, все прокатали. Правая дверь, левая дверь. Также установили уже проставочное кольцо для акустики. Продолжаем работу. Ну, закончили наносить последний, третий слой шумопоглощающего материала. Так вот все это у нас получилось. Как видите, все проклеили опять же сплошным слоем. Приступаем устанавливать колонки. Закончили установку колонок. Обшивка, как видите, собрана. Показываю, как это все выглядит. Вот встроенная колонка и врезана пищалочка. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.